Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все танцующие люди, потому что сегодня Международный день танца. Какие танцы сейчас в тренде и насколько барнаульцы любят танцевать? Не только об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Александр Штребель, артист балета ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого. Здравствуйте, Александр. Приветствую всех. Я вас поздравляю с праздником сразу же. Спасибо. И вы знаете, к своему стыду, я не знаю, кто такой Гарри Полевой. Гарри Полевой – это основатель, прежде всего, нашего родного дома, моего родного дома, ансамбля русского танца «Огоньки». Это, не побоюсь этого слова, выдающийся балетмейстер, как для нашего края, так, я так думаю, для России в целом, что есть работы, которые котируются, котировались и в его время, и в наше время очень высоко. Вот, основатель, балетмейстер. А в какие годы он танцевал? Он танцевал, насколько я знаю, в Красноярском ансамбле танца имени Гаденко. Приехал он на Алтай и основал в филармонии, в стенах филармонии нашей ансамбль русского танца. Ну, ансамбль русского танца, он много раз менялось название. Uh-huh. Сейчас это ансамбль русского танца, был и ансамбль эстрадного русского танца. Uh-huh. Ну, в общем, был родоначальником профессиональной хореографии народной на Алтае. В 1967 году был основан ансамбль «Огоньки». Ну вот, кто не знал, а я не знала, а теперь я думаю, что всем было интересно. Мы узнали, кто такой Гарри Полевой. Саш, вот скажите, пожалуйста, когда вы вообще сами лично пришли в танцы, а то, может быть, было такое, что хотели в карате, например, да, а родители сказали, нет, иди танцуй. Так как это было все? Ну, тут вы попали и в карате. Серьезно? И в танцы, да. Это было в школе. У нас не было, так сказать, профессиональных педагогов этого направления. Вот, это были учителя школы. А в каком возрасте? Первый раз это было лет 10, но это был такой не очень удачный опыт, как так скажем, первый. Нас заманили пацанов туда. Мы что-то так помыкались, извините, да, за французский, да. Там девчонкам это, конечно, все нравилось больше, а мы как-то так на заднем плане. И тогда особо я не ощутил вкуса какого-то. Вот, потом был второй, уже более удачная попытка вторая. Это уже было, наверное, лет 13. Опять же, это была подготовка к Новому году. Нас попросили там парней как-то поучаствовать в этом деле. Вот, и мы, глядя на все то, что нам предлагали, как-то мне опять это не очень понравилось. Сказал, какая-то музыка несовременная, какие-то движения неинтересные. Народные танцы танцевали, нет? Это нет? Было что-то типа эстрадных танцев. А, эстрадные танцы. Я говорю типа, потому что это деревня, это сельская школа, это как бы информационное поле не такое широкое, как сейчас. Вот, но были предпочтения музыкальные. Очень любил я направление хип-хоп. Как ни странно, сейчас это звучит. Вот, и девочки из моего класса, и еще там, они что-то соорудили, какую-то постановочку под хорошую музыку. И вам понравилось. Да, и я нагло напросился туда, в эту постановку. Я сказал, я хочу танцевать этот танец, я вот этот не хочу, а вот тот хочу. И... Саш, а вот когда вы стали получать настоящее удовольствие от того, чем вы занимаетесь? Ну, здесь, видимо, вот опять же, вот это все совпало, я же вот напросился, мне понравилась музыка, и я... Втихаря, извините, опять же, практиковал какие-то танцевальные движения, упражнения вот из направления хип-хоп, что тогда долетало нам из телевизора. Вот, я осваивал какие-то движения самостоятельно, и когда я посмотрел то, что танцуют девчонки, ну, все я мог там делать. Ну, и когда после выступления мне подошли там несколько человек и сказали, Саша, ты красавчик, ну, вот, наверное, вот это вот вкус, вот этот начал приходить. Вы поняли, что это ваше. А сейчас дети, как вы считаете, активнее идут в танцы или нет? Или это то же самое, что было в вашем детстве, например? Если активнее, то почему? С чем вы это связываете? Ну, активнее, ну, возможно, да. Внешняя сторона, она как выглядит сейчас очень так хорошо. То есть сейчас, во-первых, многообразие большое. От народных танцев есть то, что у нас в Барнауле. Классические ансамбли, народные ансамбли, современная хореография, фламенко, восточный танц. То есть обилие даже жанровое. Ну, наверное...
люди приходят, ну, дети иногда сами хотят пойти в танцы, иногда родители приводят. Естественно, потом подсев какой-то происходит, и остаются те, кому это действительно близко, и кто это полюбил, или кто уже любил. Вот. Я не могу судить. У меня детство проистекало, так скажем, в другом населенном пункте. Я совмещал и спорт, и карате, вот как вы сказали, и танцы. Я растянулся, потому что мне нравилось, как это делает Ван Дам. Вот. И это пригодилось в танцах. А какие стили сейчас наиболее популярны? Классика все-таки или что-то современное? Ну, я так думаю, что современные направления, конечно, сейчас более предпочтительные. А какие современные направления? Контемпори или как это называется точно? Ну, их масса. Если честно, я по профилю народник, и я могу сейчас и ошибаться, и что-то сказать, и наврать в этом смысле. Но это хип-хоп, это современные хореографии. Сейчас масса направлений. Фанки, контемп и так далее. Но это уже более такое сложное, что ли, направление. Есть более популярные, ну как, для меня это так, современная хореография и эстрадная хореография. И это все сейчас настолько раздроблено, пожалуй, есть вок направление и так далее и тому подобное. Они для меня, ну, как какие-то подтечения хореографии, современной хореографии. А народные танцы пользуются популярностью у молодежи? Ну, вы знаете, молодежь и на это направление обращает внимание, это очень радует, поскольку современная хореография, ну, это как западная, что ли, вещь такая, это пришло к нам с Запада, а народный танец, он, наверное, более успешно развивался на территории СССР и России, и люди обращают внимание, молодежь, причем возраста такого, ну, уже вот ближе к взрослому состоянию. Вот. И у нас много любительских коллективов, которые проповедуют это направление. И там есть люди, ну, в основном девчонки. Вот. Ну, а в старших коллективах, вот сейчас в политехническом университете, хорошие ансамбли, в педагогическом, казалось бы, непрофильные вузы, ну, тоже приятно много парней, которые прилично освоили это дело. Это здорово. А артисты наших барнаульских коллективов на российском уровне как выглядят? Ну, есть у нас талантливые ребята. Вопрос, ну, сложный, так скажем, чтобы его за 5 минут обговорить. Ну, нормально. Нормально? Ну, если оперировать фактами, то есть уезжают наши ребята и после любительских коллективов, то есть не получив какого-то специального образования, поступают, во-первых, в учебные заведения, допустим, Москвы и Петербурга. Также уезжают в войсковые ансамбли, вот ребята, и у них там получается, они тоже находятся, ну, как в статусе профессиональных. То есть, ну, учат у нас хорошо. То есть база у нас неплохая, образовательная в этом смысле. В ведущих ансамблях, в Моисеевском ансамбле парень работает из Барнаула, выпускник ансамбля «Калинка». В Петербурге ребята с Ярового с успехом учатся в академии, я так думаю, что и параллельно работают. А на международном уровне есть кто-то, кто засветился, скажем так? Ну, или нет? Ну, во-первых, профессиональный, как международный уровень? Если брать шоу-бизнес, уровень Майкла Флетли, ну, наверное, это классический балет, это, наверное, все-таки вот с балетом связано. Хотя и народники, вот, опять же, если про того же Майкла Флетли, вот это вот шоу ирландских танцев, то есть есть ребята из России, из народных ансамблей, там по системе кастингов они отбираются и с успехом работают там. То есть. А вот очень много сейчас федеральных танцевальных проектов, ну, мы знаем, да, хотели бы лично вы в них поучаствовать? Ну, может быть, не сейчас, но в свое время, когда появилась бы такая возможность. Ну, во-первых, конечно, да. И это интереснейшие вещи. Особенно, когда встречаются профессиональные коллективы, то есть встречаешься с коллегами. Это дух, хороший дух соперничества всегда. То есть себя показать, на людей посмотреть. Это здорово. Это интересно пообщаться, посмотреть, как работают. Какие-то методические вещи, особенно вот сейчас уже
поскольку деятельность уже не только исполнительская, но и где-то преподавательская, репетиторская, и поэтому смотришь не только на танцоров, и на руководителей, и на репетиторов других. Что говорят, что делают. Как... Ну, то есть даже несмотря на то, какое ты место занял, да, это просто интересно, да, это просто большой опыт. Да, да. А есть у нас в Барнауле танцоры, которые могли бы вот достойно представить город вот на каком-то таком танцевальном проекте, именно большом, на федеральном канале, например? Да, есть они у нас танцоры. Просто вот я не помню, чтобы... Ансамбль «Алтай» недавно выезжали, «Танцуй, пой, моя Россия», всероссийский форум телевизионный, по-моему, съемка была, и прямая трансляция была, и соседи наши из разных областей выезжают и с успехом показывают себя и демонстрируют свое искусство и уровень. Вот. Ансамбль русского танца «Огоньки» вполне... способен на это, тем более репертуар таков, что это наша кладовая, это наша, не знаю, шкатулка с драгоценностями. А это вот достояние. Один какой-то человек может, например, один из коллектива вот как-то так? Или все-таки коллективом лучше? Я думаю, и из коллектива. Выезжают ребята на конкурсы, показывают себя индивидуально, на... в серьезных конкурсах, это вполне возможно. У нас, я еще раз повторюсь, я да, поняла. Хорошо учат. Саша, вот профессия танцора, она приносит прибыль или все-таки лучше, чтобы танцы это были хобби, было хобби какое-то? Она приносит прибыль. Я, находясь в статусе, и не только я, вот ребята, которые работают в государственных ансамблях, которые внесены там в реестр профессиональных, которые имеют статус профессиональных, они получают за это зарплату. Угу. Можно индивидуально себя проявлять, свободное от работы время, можно сделать свою программу, я так думаю, можно организовать концерт и так далее. Сейчас направление шоу-бизнеса, его тоже никто не отменял, и мы как-то к этому все ближе и ближе, и здесь на этом поприще тоже можно зарабатывать деньги. Единственное, как к этому относиться, стоит ли, ну... упираться в это, в стремление заработать и обогатиться за счет этого. То есть танцор для него – это класс, сцена, прежде всего, показать, сделать хороший продукт, сделать себя как исполнителя. А финансовая сторона – это уже второстепенно, да? Я так думаю, да? Что это приходящие вещи, вот, что если ты успешен как танцовщик, как балетмейстер, я думаю, что это тоже все придет. Ну, я думаю, это логично. На тебя обратят внимание, если ты заинтересуешь. Ну, можно, конечно, делать коррективы какие-то. Ну, вы бы посоветовали сейчас мальчишкам, маленьким каким-то, идти в танцы? Я бы сказал, что это не есть что-то такое девчачье, что ли. Вот мы конкретно мальчишкам, которые смотрят на это как-то так. Ну и, наверное, родителям, которые чураются иногда, что, что ты потом будешь делать с этим всем, если тебя там будут 10 лет учить, и потом куда? Ну, мне в свое время тоже говорили, что тебе надоест, а тебе как-то жить потом. Ну, опять же, потом же и мама, слава богу, и сделала потом правильный ход в моей судьбе, что все-таки я занимаюсь своим любимым делом, что можно вжить в этой профессии, зарабатывать деньги, нормально все. То есть не стоит бояться всего этого. А что пожелаете себе и своим коллегам в этот день, в профессиональный праздник? Ну, поскольку инструмент танцовщика – это его тело, я, конечно же, пожелаю здоровья, беречь здоровье. Иногда хочется, ну, такой боксерский термин, порубиться, прям отдаться этому. Вот. Но я бы, наверное, сейчас уже со своей, так сказать, колокольни, да, сказал, что все-таки с умом надо тратиться. Вот. И не соглашаться на что-то, на какие-то сомнительные вещи. Вот. И, конечно же, развиваться в этом направлении, не только как танцовщик, читать, обучаться, самообучение, как в Институте культуры, который я окончил, тоже говорили, учитесь учиться. Вот надо продолжать учиться. Это в любой профессии важно, я думаю. Это в любой профессии, да. Ну, я вас еще раз поздравляю с праздником. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, я присоединяюсь к поздравлениям. Поздравляю всех коллег, кто танцует и кто любит это дело. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Штребель, артист балета и ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого.